Представители российской автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция» подвели итог своего визита в Приднестровье. За 2 дня российские гости заключили договоры о строительстве 12 объектов по всей республике. На встрече с председателем правительства говорили, самым ярким проектом станет возведение нового корпуса медицинского факультета Госуниверситета. Он будет располагаться на территории республиканской клинической больницы. Планируется абсолютно новое здание с полной инфраструктурой, с полной обеспеченностью всеми теми материалами, лабораториями, инструментариями, которые необходимы не только для теоретической, но и для практической подготовки медицинских работников в разных областях. Кроме того, в рамках взаимодействия с некоммерческой организацией планируется построить 4 детских сада, 2 общеобразовательные школы, молдавский лицей и 4 объекта в сфере здравоохранения. Во время следующего визита представители организации планируют начать компьютерное переоснащение Приднестровского госуниверситета, отметили на встрече.